Всем привет, и сегодня я опять сменил рубрику с кошачьей на чудеса света. Да, так. Вот. Сегодня мы попробуем нарисовать Парфенон. Это место обитания греческой богини Афины, которая жила в городе Афины, Греция. Вот, давайте сразу же попробуем его нарисовать. Вот. Помните мой прошлый лайфхак? А ну-ка повторите его. Поставьте на паузу. Повторили? Хорошо. А теперь в самом центре рисуем каркас здания. Вот. Смотрите. Кстати, вы, наверное, не знаете, но над Парфеноном не летают самолеты. Знаете почему? Давайте отвечу. Парфенон раньше был очень сильно поврежден, а потом восстановлен, но повредился опять. И если вдруг на него упадут люди, то будет все дела плохо, потому что грекам не будет на что посмотреть. Прямо на красивый вот этот Парфенон. Он был очень красивым. Вот. Но сейчас от него почти все остались одни руины. Очень. Вот. Вы пока можете почитать один факт о нем. Мутновато. Прочитаем. Поставьте на паузу, если хотите. Почитали? Вот, хорошо, молодцы. А теперь посмотрите на эту ту красоту Греции. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и поделитесь этим видео и подписывайтесь на канал.